счету всего две реакции людей, когда мы красуем. Замедление вплоть до замирания. Если человек замедлился, начинает тормозить, начинает медленно двигаться, он с неизбежностью попадает в трансовое состояние. Для нас это хорошо. Здесь есть еще один неявная закономерность. Если человек притворяется, что он в трансе, он по факту в трансе. То есть, если вы у себя вызовете любой из этих гипнотических феноменов, вы по факту, ну, не один, скорее всего, там хотя бы пару-тройку, вы автоматически окажетесь в трансовом состоянии. Да? Я хронически. Очень хорошо. Вы же понимаете, природа достаточно разумная. И если вы себя там интеллектуально очень сильно перегружаете, она будет вам компенсировать, она будет ваш организм пытаться погрузить вас в трансовое состояние. Да, без вариантов. Но вы все заработаете, правда? Что я делаю? А как это? Это как? Последние 4 дня я просто не понимаю. Чего? Последние 4 дня мне кажется, что я в трансе. Лен, ты признаете, что в трансе? Я сам же проверяю. А в трансе обязательно повышенная внушаемость или не обязательно? Если мы говорим про трансовую работу, транс, ну, в таком виде транса. Обычно сознательная активность приглушена, то есть сознательная критичность. И за счет этого человек является более внушаемым. Когда человек посидит, внимательно слышит это, каждому слову вас прислушается, вот сквозь его защиту будет пробиться достаточно трудно. Поэтому ваша задача человеку утром вставать, вызвать хотя бы какие-то первичные признаки транса и начинать ему там что-то в голову вкладывать.